Доброе утро, с вами Людмила. Я специально вам создала минуту тишины, чтобы вы полюбовались на Черное море. Я на таком помосте, которому причал, которому причаливают кораблики экскурсионные. Вот дайвинг, два два мужчины проверяют, что там на дне, рыбок смотрят. Море сегодня другое, оно какое-то темное, но еще может, солнца нету. 7 часов утра, уже 8 час. Рыбаки рыбачат. Многие уже ушли. Я тут сижу уже около часа, смотрела на море. Вот сейчас посижу на этом. На этом месте. Море классное. Я просто боюсь упасть, держусь. Оно, знаете, завораживает. И кажется, что вот убаюкивает, укачивает тебя. Волны прям такие идут. Вам, наверное, видно с моря. Поверхность не рассматривается, но когда солнце выглядывало, там стайка поменьше, стайка побольше рыб просвечивалась, прям сверкала брюшками боковыми, спинками, брюшками. Красиво. Я на море смотрю, мне очень нравится. Сейчас я вас попробую себя снять. Поворачивать камеру надо. Не знаю, получилось, не получилось, какой там ракурс. Но сняла. Оторваться от моря не могу. Когда я сюда первый раз на этот причал пришла, и когда шла домой на квартиру к себе, и у меня такая мысль: хочу здесь жить, хочу здесь жить. Я буду здесь жить. Ну, правда, не могу оторваться от моря. Вот сегодня оно серо-голубое, спокойное, солнца сейчас нету, не жарит. Но это ж хорошо, жары такой нету. Я привыкла у себя в городе, даже и не привыкала. Тяжело привыкать к жаре, к сухой жаре. А здесь, если и жарко, но здесь очень много тенечка от деревьев. Деревья большие, с большими листьями. И прямо есть от зданий тенек. Есть где посидеть. Зашел в тенечек, нашел себе. Я вот возле детской площадки там привыкла сидеть. Там такие не скамейки, а большие, как сплошная скамейка, бордюр. Там многие сидят. Вот сейчас была молодая пара тоже, сидели. Ну, я вот смотрю, все быстро уходят отсюда. Вчера здесь прямо было очень много детей, подростков, прям на пирс приходили, а сегодня нет. Может, еще не время? Но вроде я на полчаса позже вышла.
Я сегодня хорошо выспалась. И такое умиротворенное настроение у моря. Видите, вода не просматривается. Когда солнце выйдет, тогда будет просматриваться. Кто-то здесь пил чего-то. Две бутылки. Молодежь развлекается, или мужчины какие-нибудь молодые что-нибудь пили. Вот я провела свое малоедение. Вначале было очень жесткое такое, но оно мне помогло. Я теперь не хочу ни пить, ни есть. Если я в рот ничего не ложила с утра, то я не хочу. Потому что еда сама себя ест, питье, вода сама себя пьет, заставляет себе пить и пить еще и еще, как будто мы какой-нибудь холодильник или сосуд какой-то, куда надо все напихивать. Ну, напихать легко, а вот потом вот это переварить, усвоить, вот это ощущение тяжести, несварение, ненужности пищи, оно присутствует каждый раз. Но что-то большее, может, привычка наркоманская. Еда и принятие еды и питья – это наркомания, и причем очень сильная. Мы наркоманов осуждаем, которые там травку или еще что-нибудь применяют, а мы сами чистые наркоманы. Я вот вчера купила две слойки с яблоками. Одну съела, очень вкусно. Ну, как-то себя стала ограничивать. Кабачок большой купила, чтобы... Кабачок вкусный. Нейтральный он. Он не вкусный и не особо вкусный. Он же не сладкий, не кислый. Он просто нейтральный. Но зато его приятно жевать, а, по-моему, наше тело и желудок, когда ты жуешь, оно принимает это за прием пищи. Я уже думала, вчера может жевать и выплевывать. Пожевал, пожевал, сглотнул там жидкое и выплюнул. Вот. Дайвингом занимаются мужчины. Наверное, одни и те же. Может, я их и фотографировала уже. Очень колоритно смотрится. Но, по-моему, это другой. Другая манера. Он постоянно ныряет. Это спектакль «Матрицы» для меня. И для вас, конечно. Смотрите, наблюдайте, и вам весело будет. Ну, на этом заканчиваю. Видео получится 10 минут. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Всем привет из Анапы. Все будет хорошо. Путешествуйте, друзья. Вы у меня на канале YouTube. С вами Людмила. Пока-пока.